калейдоскоп новин культуры протягивает эфир телеканала «Беларусь 3». Приветствие на календаре 25 липня. Спынимся на наиболее интересных подеях и мероприятиях, которые отбываются у культурной просторы. Сегодня у выпуску. Найлепшие способы незабывного отпочинку. Варианты выдатного бавления часу для экранов телевизоров от нашего телеканала. Хочу рисовать, хочу быть художником. Все. Встреча с молодыми скульпторами Василем Тимашовым и Полиной Пироговой. Не переключайтесь. «Отчувальная реальность» – так называется выстава Владимира Ткачева, с которой можно ознакомиться у столичной артели галеры. Сегодня творца является одним из немногих мастаков, которые формируют современное белорусское выявленное мастерство. Работы мастака отрозниваются киткой привабностью задумы, смелым и докладным малюнком, ярким колоритом. Узирающийся у работы Владимира Ткачева, глядач трапляет у свет неострымной фантазии, оригинальной и самобытной. Створение творов для мастака напружены, мыслительный процесс, подмацаванный множеством эскизов и подрыхтовчих малюнков, которые сами по себе являются самостойными творами, которые выкликают великую цікавость у глядача. Наведать выставу, якая, до речи, мае узростовое обмежевание 16+, можно до 7 жнивня. «Ночь у гостиницы» – так называется спектакль, який завтра у вечера идет на сцене столичного камерного драматичного театра. Это эксцентричная, захопляющая комедия, у якой все, что ранее было нельзя. Флирт, сцены ревности, сварки, курьезные злочинства и, вядома ж, головокружное кахание. Герои бесконца выпробовывают один одного. Вар'яцкая бессонная ночь у гостиницы, якую две семейные пары провели разом, перетворяется для их у психологичный эксперимент открытцев и обвинувачванняў. Запал страстей расти с каждой хвилиной, от видовища немагчыма оторваться. Стваральники проекта «Майстерня. История одного мастака» у черговым выпуску подрыхтовали вельми цікавую сустречу с белорусским мастаком-абстракционистом, удельником легендарной «Нямеги-17», творальником нового авторского колера, пластичного стилю у живописи, удельником республиканских, международных, групповых и персональных выстав Анатолием Кузнецовым. Послухать разважание творцы про себе и мастерство вы можете завтра, 26 лютого. Хочу рисовать, хочу быть художником. Все. На черзе цікавые познавально-забавляльные новины, которые отбываются поза межами нашей страны. Незвычайный и незабывный подарунок сделал амстердамский Рейкс-музеем своему 10-миллионному наведывальнику. Счастливчику дозволили провести ночь у музея. При этом ложек ему разослали для одной из самых знакомитых картин свету – «Ночного дозору» Рембрандта. У гэтую ночь нидерландскому наставнику Стефану Касперу было не до сну. Я мог робить что заугодно. Сам уключал светло, аховников не было, никого, кроме меня. Я прогулялся по музею в шкарпетках, как дома. Прошел праз увесь другий поверх и поглядел шмат разных картин. Музей стал моей спальней на одну ночь. Рейкс-музеум открылся после 10-годового ремонта в 2013 году. За 4 с невеликим годы тут побывало 10 миллионов наведывальников. Керавництво музею решило отзначить эту подею вот таким незвычайным способом. Все ведают фильм «Ночь в музее». Мы как раз можем такое ожидать. Это дивная пригода. Я николи не спал в музее, и никто не спал. Тому мы решили, что каждый 10-миллионный наведывальник повинен отримать возможность засыпать и начинаться побач с «Ночным дозором» – самой ведомой картиной в свете. Рейкс-музеум заснованы в 1800 году. Про 106 годов будинок музея специально перебудовали, каб разместить у им велизарную картину «Ночный дозор». Рембрандт написал ее в 1642 году по замове стрелкового товариства отрада громадянского ополчения Нидерландов. У столичной гостевни Владислава Голубка у рамках проекта «Мое плюшевое кахание» протягивается выстава «Любимые цацки», представленная коллекционером и автором цацок у стиле Тедди Вольгой Деранчук. Выстава знакомит наведывальников с цацками и ляльками разных эпох народов. Каля 300 экземпляров, створенных у разные периоды у разных краинах свету, представлены публице у першиню. Антикварные, винтажные и коллекционные цацки, медведи, великий лялечный дом, мебля, посуд, книги и поштовки, а так само эксклюзивные работы коллекционера
Вольги Деранчук мають магчимость убачить наведывание. В рамках выставы отбываются дитячие читания книг, а так само творчие встречи с Вольгой Деранчук, якая с удовольствием делится займальными историями, открывая секреты авторских диалек у стиле Теди. Поблукать по неверогодных заволках детства есть магчимость до 20-го шнега. Трагикомедию «Пахавайте меня за плинтусом» по одноименной оповести Паула Санаева пропоную завтра прихильникам драматичного мастерства Витебский театр имя Якуба Колоса. Это история 8-годового хлопчика Саши Савельева, который живет разом с деспотичной бабулей и слабохарактерным дядулем. Дитя, якого у бесперапинном режиме учат подпорядковываться, ненавидеть власную мать, якого обвинувачивать во всех неудачах, и все же дренно подается провокационной опрацовке свядомости и мкнется вырваться из-под пресса хатней тирании у свой власный свет. Ажитявил постановку заслуженный деятель мастерства Республики Беларусь Валерий Анисенко. Спектакль мае узростовое обмежевание 16+. Убачить створы одного из самых вядомых белорусских графиков с участницей Сергея Полянка можно на его персональной выставе «Будет час заход», якая разгорнулась на площадях Национального центра сучасных мастерств. Представленные на выставе творы – плод назирания у мастака, образы, которые живут у его подсвядомости. Каждый твор – особная история со своим сценарием, драматургией, со своей мовой. Востро, разумно, крыху меланхолично творца говорит про простые буденные речи, человечие относины, природу, житё у мегаполисе. Это не презентация универсальных житёвых рецептов, а махчимость поглыбиться у переживаний автора, створить свою интерпретацию визуальной истории. Выстава працует до 1 жнивня. Будет час, заходьте. Якими еще цікавими культурными подеями живе столица, доведаемся с сюжета наших коллег. В советское время выпускали часы для медиков. Можно было засечь 15-минутный или 30-минутный отрезок, и напротив секундной стрелки вы получали частоту за минуту. А еще годинники на руку медсестры и вот такие, перекуленные на каунер процедурной. Терапевт Олег Каляда у своей докладной профессии может зверить час одразу по 300 хронометров. Миновито столько наручных годинников у авторской коллекции доктора. Сейчас каждый имеет электронный девайс, каждый имеет возможность узнать точное время. Вокруг нас окружает время. Ну, представьте, раньше это не было, это была просто жизненная необходимость. Менавіта з савецкіх ходзікаў 10 гадоў таму і распачаў сваю калекцыю. У той час варыянты разнастайнага дызайну набліжаліся да сотні, прычым як у механічных, так і самых пунктуальных кварцавых. Ад футбольных пераможных мінскага «Дынама» да алімпійскіх цыферблатаў з «Медведзем». Асаблівае месца, асобны дыпламат, займаюць гарнітурныя. Механізмы з пазалочанымі дэталямі вельмі далікатныя і тонкія, менш за 3 мм. Я считаю, вот это вот самые красивые часы, кварцевые часы. Тут дело в чем, что они повторили по форме корпус механических часов, и здесь стоит кварцевый механизм на батарейке. Свою скарбницу Олег збирая поступово про забъявы, блышиные рынки и только у нашей краине. Самостойно механизмы ремонтуя и обновляя. Те часы, которые пришли на внутренний рынок, у меня практически все собраны. Но они экспортировались в США, в Англию, в Европу, причем под различными торговыми марками. Ну, вот эти часы достать реально сложно. Мы провели тест-драйв для сучасных гадзінников и проверили, ці саступаюць брендовые аксессуары по дизайне або функциях. Что касается механизма, ну, механика или кварц, выбирать уже вам. Ну, здесь, в общем-то, все часы представлены, которые они, наверное, на швейцарских калибрах. Я бы посоветовал часы в стальном корпусе. Ландшафтные дизайнеры пропонуют свои пунктуальные решения. Так, городские годинники с кветок у сезон расцветают на улицах Швейцарии, Англии, Чили, Японии, Франции, России и Беларуси. Годинники кветковые, настольные або наручные, як хобби, элемент декору або аксессуар. С сучасными функциональными хронометрами можно вымирать пульс, доведываться, який день тыдня и кольки километров пешу пераадолена, але ж галоўнае паспяваць сачыць за часам. З
Зворотной дороги няма. Так называется шматсерийная военная драма режиссера Рыгора Ліпшыца, первую серию которой вы можете увидеть завтра, 26 липня, на нашем телеканале. Это щирый драматичный сериал про подеи, что отбывались под час Великой Отечественной войны. Это сумесь остросюжетного детективного твора и драмы, интризи, которой позаздростили многие современные сценаристы. Партизанский обоз и 9 сопровождающих. Их мета – доставить груз у пункт призначения, але ці змогуть яны гэта зрабіць. Фільм абавязковы для прагляду тым, хто разумее, што будучыня любой краіны залежыць ад яе мінулага. Першую серыю драмы «Зваротнай дарогі няма» глядзіце заўтра, 26 ліпеня, на беларускім. Я из девчонок в отряд пришла. И вся жизнь моя в отряде. Молодые скульпторы Василь Тимашоу и Полина Пирогова створают свои творы с довольно незвыклого для белорусской скульптуры материалу – лозы. В этом году их арт-объект «Обдымки» стал лепшим у номинации «Скульптура» национальной премии у галине выявленчего мастерства. А в проекте «Арт островы» на Комсомольском озере удельничает их твор «Локатор». Мы вырашили сустрэцца и познакомиться ближе с молодыми талановитыми творцами. Здравствуйте! В этом году вы стали победителями в номинации «Скульптура» национальной премии в области изобразительного искусства. Достаточно молодые еще художники, необычный материал. Понятно, что победить хотелось, но все-таки вы оказались к этому готовы? Мы не были к этому готовы. До последнего как-то и не верилось. Думали, что это какой-то розыгрыш. Потому что такие серьезные работы были. Лоза, как вы пришли к этому материалу? Он достаточно сложен. Мы не первооткрыватели. Это, может быть, в Беларуси мы первооткрыватели. Но пришли мы к нему своим путем. Потому что мы хотели свить скворечник. Попробовали и поняли, что можно сделать каркас и сделать скульптуру. И на следующий день поехали, сделали каркас и начали видеть, ну, оплетать. Сплели этот скворечник, повесили его в парке. И поняли, что можно делать скульптуру. Сделали каркас и все, что необходимо, и начали работать. А где происходит процесс создания работ и как реагируют окружающие? Мы создаем это все в нашей деревне. Раньше это было для них что-то сумасшедшее. Думали, что, может, какие-то язычники, шаманы. С опаской так смотрели на нас. Но потом поняли, что мы художники. И с нами контакт какой-то получился. И уже мы их даже просим листву отодрать, лозы, набрать орешника, помочь там со льдом, чтобы достать сажу. И они активно помогают. И что, в деревне тоже находятся ваши арт-объекты? Стоят там, «Голос леса» стоит наша, из коры скульптура. Алмазы еще у нас там деревянные стоят. Все доступно. Подойти, пообщаться, да. Каждый новый объект, они видят, как создается от начала каркаса и уже в результате, как получается. А бывает так, что сложность работы с природным материалом как-то ограничивает фантазию авторов? Мне кажется, он даже помогает. Потому что очень часто формальные, например, вещи, когда ты их выполняешь в каком-то природном материале, они приобретают силу этого материала. И ты зачастую даже не можешь понять, как в результате может получиться. То есть, если ты работаешь с камнем, то какая-то очень простая лаконичная форма, соединяясь со структурой камня, начинает очень красиво работать. И ты просто питаешься даже энергией той, которая получается в результате. И традиционный вопрос к творческому дуэту. Кто является инициатором идеи, а кто воплощает их в жизнь? Мы оба идейные вдохновители, и оба руки. У нас как-то что-то появляется, да, у нас... начинает обрастать. Вот у нас есть, допустим, такой блокнот, и там много очень всяких зарисовок. Вот он лежит, идея стрельнула, ты там что-то зарисовал. Он лежит в каком-то другом месте, Полина что-нибудь дорисовала. Или листаешь, а все оно так чик-чик-чик собирается во что-то другое абсолютно. Выполняем, конечно же, вместе. Вы авторы в большинстве своем уличных объектов. Насколько, по-вашему, Минск благодарное и перспективное пространство для современной уличной скульптуры? Когда вот сейчас начали появляться такие проекты, очень чувствуешь, насколько это нужно Минску. Потому что люди очень естественно и открыто реагируют. Тебе кажется, что они не воспримут это, но они с такой любовью, с таким интересом, к чему-то новому и очень открыты, что именно для Минска таких мест должно быть все больше и больше. Спасибо и новых вам творческих идей. На сегодня это все. Глядите калейдоскоп новин культуры не только на телеканале «Беларусь 3», але и на нашем YouTube-канале. До встречи. И на этом покуль все. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру и заставайтесь на «Беларусь 3».